Всем привет, друзья, вы на канале Анатольевича, это игра «Последний день на земле». И, конечно же, это самое классное занятие – рыбалка. Рыбалка у нас вторая часть, это зимняя вакация, очень редкая вакация получается. Может быть, даже такая же редкая, как вакация «Причал». В первой части… Ой, как же тяжело мне ее ловить. Здесь, кстати, редкая рыба. Это не караси, а мы окуни. Я вам покажу потом… Летнюю еще я сбегал, получается. Летняя она, кстати, каждый день почти. И будет разница видна, как же там легко ловить рыбу и как тяжело на зимней. Помимо того, что здесь нужен зимний сет, так тут еще и рыба бешеная. Она вообще вот сорвалась. Видите, я там пытался ее как мог. У меня навыки прокачанные. По-моему, мастерство на максималке. Максималка это 10% плюс мастерству рыбака. Вот. Конечно же, вам нужен еще навык рыболов, чтобы создать удочку и вообще ловить рыбу и участвовать в этой всякой штуке. Рыба почему нам нужна? Да это очень много всяких бонусов. Вот эти вот рыбы, они очень крутые, потому что они дают нам броню дополнительно на какое-то время. А еще, если поймать редкие рыбы, там столько всяких возможностей открывается. Рецептов у меня пока не так много. Ой, что-то я завис тут. Это, конечно, вот печально, вот соединение, когда ты теряешь на телефоне. Да. Опять я, наверное, ничего не поймаю. Как же тяжело тут ловить вообще. Это самая сложная вообще рыбалка. Это зимняя. Ну, для меня лично, я не знаю. Конечно же, на такую рыбалку надо обязательно брать гранату. Потому что на летнюю рыбалку... О, лосось, новый рекорд. Вот этот лосось, это вообще это самая главная рыба, получается, в рецептах. Вот этот лососик, это вот там целую кучу получается всяких рецептов именно с лососем. Самое главное его не потерять теперь. Так. Ух, выдохнули. Сейчас надо будет бороться с рыбой, с самой опасной рыбой. Они тут отмороженные. Здесь отмороженная рыба, она очень опасна. У ней мозги уже это, уже все, они отморозились. Она не знает вообще, она, ну, ее очень сложно понять. Она такие дела тут вытворяет. Вот так вот. Все, сорвалась. Хорошо, у меня удочка запасная есть. Удочка у нас делается из дубов. Нужны 3 дубовых доски. Ну, вы знаете, что такое 3 дубовых доски, да? Это 9 бревен. А 9 бревен это... Наверное, 5 дубов надо срубить почти. Вот, давай, я близок. Нет! А, конечно, тут она вымораживает прям конкретно, вот эта вот рыбеха. Когда ты ее не можешь поймать, уже прям напрягаешься. Я уже этим пальцем тык-тык-тык-тык-тык делаю. Вот, лосось, класс. Уже 2 лосося, уже победа. Потому что гранату мы-то в любом случае используем. Но приятно же еще поймать рыбку, именно на удочку. Гранаты, это все-таки мы браконьерством занимаемся. Ну, тут я не вижу нигде этого рыбнадзора. Так, мы сами тут рыбнадзор. Так, быстро. Ого, вот это вот малюська. А видите, какая опасная. Вот это да. Ну, давай, пожалуйста. Нет. Ух, ес. Я уже почти привык к этим лососям. Они очень опасные, очень быстрые. Но все-таки уже мы взяли 3. Так, мне надо успокоить нервы. Ой. Ладно, успокоили нервы, чуть-чуть я согрелся, потому что, ну, все-таки, вы сами понимаете, ну, вы понимаете, рыбалка. Какая рыбалка вообще без вот этого дела? Я вообще не знаю, что это за рыбалка. Ну, если вы меня понимаете, конечно же, это 18+, информация, но все вы, наверное, уже понимаете. Так, давай, быстрее беги сюда, скачи. Ой-ой-ой, ну тут, конечно, слов не хватает. Вот это, с этой рыбы прям хочется ругаться, прям вот, я не знаю как. Но я терплю, и, конечно же, вот так прям. Вот это да, на мачете прям на суше бы порубил эту рыбеху. Ненавижу, она сорвалась. Прям вот, я не знаю, что делать, гранату кинуть или что? Или разрыдаться, конечно же, мы будем мужчины. Мужчины не плачут, мужчины не ревут. Так, давай. Ну-ка, давай, вот она. Это ты моя рыбка. Все, ты моя рыба мечты. Рыба моей мечты, давай сюда быстрее скачи. Давай. Ну что? Аккуратно, нежно. Давай. Есть, лосось на 2,89. 190 грамм.
2 килограмма – это нормальный лосось, кстати, это классная рыба. Я бы такую даже вживую, если поймал, я был бы просто несказанно рад и очень счастлив. Я бы много чего придумать мог бы. Ой-ой-ой, золотая рыбка. Ну, золотая рыбка, это, конечно же, нам не светит, я так думаю. На такую удочку простую, простецкую удочку, это... О, не-не-не. Я даже не... Ой, я не могу ее поймать. Она вон скачет как, я не могу ее держать. И, кстати, вот эта вот шкала зеленая, она очень-очень сильно спадает, потому что мы ее набираем. Ее набирать очень тяжело, еле-еле набирается. Вот она уже наполовину. И что? Что? Да что? Мы почти у цели. Вот она упала, и все, она выскочила просто на максимально. Она елозит туда-сюда на максималках. Я не знаю, как это вообще, ну что это? Ну, сколько уже времени я с тобой вожусь? Все, у меня палец уже затек, я уже отпустил его. Не, может быть на Nox или BlueStacks, который я когда-то играл. Может быть, на старом аккаунте я бы поймал эту рыбу, честное слово. Там, конечно, ну что там, просто жмешь аккуратненько мышкой. Это не пальцем жать. Тут пальцем жмешь, этот уже экран уже трещит. Экран трещит, и все печально, потому что все уже конец, это кончено. Я так понял, все, это бесполезно. Сколько времени я, да, ее елозил? Да я, мне кажется, уже должен медаль получить. Медаль рыболов. Это да, это время, кстати, это максимально, сколько я мог продержаться с рыбехой такой опасной. Никогда долго я так не вылавливал. Это очень долго. Ну, это долго, может быть, еще из-за того, что я не такой умелый рыбак, как вы. Как вообще вам? Напишите в комментариях, вот кто-то ходит на эту зимнюю рыбалку вообще, на эту зимнюю локацию. Мне вот хочется, конечно же, поймать сама. Вот сом мне нужен. Я знаю, что у меня рецепты. У меня не хватает сама. У меня не хватает еще вот этой рыбки такой интересной. Стерлить тут есть, да? На, прикормочку получи. Бац. Вот так вот. Так мы будем с тобой. Вот, щуку мне дали. Ну, щука, кстати, нормально. Кстати, у меня щуки не так много. Щука это тоже хорошая рыбеха. Так что пусть будет. Ладно, пойдем на следующую локацию. Ну, а вот вам пример. Это же что? Да это летняя локация. Что здесь? Как здесь ловится рыбка? Очень просто она ловится. Мы просто... Не спеша, ну тут вот отдыхаешь. Тут отдыхать можно только, а не напрягаться. Вот она, рыбка. Это окушки и карпы. Ох, какой хороший, красавчик карп. Ох, вот это вот рыбалка. Тут спокойно, тут гранату не надо использовать, потому что гранату я стараюсь использовать ради рыбы, как щука, ради редких рыб. У меня все-таки есть шанс, есть какая-то возможность выловить таких рыб редких. Ну а здесь, ну что здесь? Вот здесь я использовал уже гранату. Тут это как веслом махать. Это вообще бесполезно, потому что тут тоже одна и та же рыба. Карп и окунь. Все, другую рыбу вы даже гранаты не выбиваете здесь. Из другой рыбы я не получал. Это самая обычная локация, самая первая, самая... Но ее тоже нужно делать, потому что есть такие штуки классные. Там, получается, рыбные палочки, по-моему, можно рецепт. Но сейчас мы к рецептам вернемся и посмотрим, что можно делать просто из окуня и карпа. Там есть, кстати, хороший рецепт, на самом деле. А, рейдить можно, там шум меньше издает. Вот так вот съели рыбные палочки и пошли на рейд. И уже меньше шума создали, и уже, может быть, даже лишний ящик залутали, пока Громил не пришел, и спокойно ушли. Так что все тут полезно. Вот эти навыки, дополнительные всякие штуки. Развивается игра, значит. Это уже хорошо. Ну тут легко, легко и просто мы это, окушков тут поймаем. Все нам нужны. И окунь, и карп, и все нужно. Всех мы, конечно же, заберем. В прошлом ролике на рыбалку, часть первая, я, конечно же, ходил еще в осеннюю локацию. Осенняя мне очень тоже нравится. Осенняя, причал тоже прикольная, потому что... Ну и на осенней, и на причале мы ух, отличную ловлю. Что за отличную ловлю? Лучше бы какую-нибудь сама мне тут. Я не знаю, как работает вот это вот день-ночь. Есть ли какой-то шанс? Вот если вы кто-то ловите рыбу, напишите, пожалуйста, вот подскажите, где сама найти.
где сама найти. Вот у меня сама нет вообще рыбы, я еще не выловил. Еще этот, как же эту крутую самую рыбу, я уже забыл, как она называется, которая черную икру мечет. Как же она? В общем, ее тоже мне надо поймать, потому что вот если 4 рыбы приготовить, там будет супер рецепт для скрещивания собаки. Вот, а рыба это такая крутая рыба, блин, я уже забыл про нее даже, как она называется. Вот это да. Ну, вы напишите в комментарии вообще, какие там рыбы самые крутые. Я уже забыл. Я вот потому что я вижу только куней и карпа, и больше никаких рыб у меня не попадается. Для меня счастье вообще щуку даже поймать. Щука и лосось — это вот предел моих мечтаний. Все, используй прикормку. О, где я ее возьму? У меня нет прикормки. Где найти прикормку? Кто знает? Кто знает, напишите, пожалуйста, тоже подскажите, где найти прикормку. Так, пришли мы домой. У меня маленькая база, тут я тут камень делаю в камень. Получается, хранилище защищаем двойным камнем, чтобы 204 задействовал кто-то. Да вообще никто тут не приходит, на самом деле. Вот это вот копье, факел и две клюшки, хоккейная и гольф. Это смешное оружие. Я не знаю, может быть, сделать видео о том, как действует оружие и какой урон наносит, и вообще в скрытном режиме. Вот такая рыба у меня. Форель, вот я не знаю, как ее сделать, потому что у меня нету кукурузы, у меня нет приправы. А для всего этого нужно нам, конечно же, очень супер-пупер всякие эти... Я не знаю, где приправу вообще найти, кроме как собрать АТВ. Вот он, новый рецепт. Рыбные палочки. Классный? Классный. Рыбные палочки — это клево. Вот какие у нас рецепты есть. Видите, как много их. Так, посмотрим подробно, что у нас за рецепты. Так, окунь в кисло-сладком соусе. Ага, жажда. Тут духовод утоляет. Шанс выловить сундук — это вообще бесполезно. Так, опыт за убийство. Так. Количество добываемого дерева. Это очень круто. Щука, наверное, ускоряет бег. Да, скорость бега. Потом рецептики у нас пропускаются. Меньше шума. Вот это круто очень, кстати. Это для рейдов, рыбные котлеты. Рыбное ассорти вообще топовое. Это плюс 10 брони на 8 минут. Но это самое простое, которое... Это очень много брони, потому что если у вас там сет военный, 34 брони будет. Это, мне кажется, это очень достойно. Так. Ну, такие нормальные. Ну, руда. Рыбные палочки — это руда. Ну, как вы думаете вообще, какие вот рецепты вам понравились? Какой рецепт вот для вас, на ваш взгляд, самый классный? Самый вот больше всего вам понравился? Мне вот из моих рецептов пока что понравился этот показатель брони увеличивает. Это для меня самое-самое... Ну, мне больше всего понравилось. Честно. Рыбные ассорти для меня — это вот сейчас вот самое главное. Просто другого у меня нету. У меня нету других, получается, штук, которые бы мне это... Навыки какие-то открыть. У меня других просто рыб нету. Нету приправы, нет кукурузы. Ну, а где эту кукурузу взять? Ну, наверное, догадываетесь. Посмотрим теперь на навыки. Видите, рыболов. Нужен навык рыболов, это фиолетовый навык. Фиолетовые навыки, они обычно, ну, как вы видите, у меня на 129 уровне до сих пор кармана нет. Вот такой вот фиолетовый навык. Очень тяжело его поймать. Вот такая удача рыбака еще нужна, рядом с везунчиком, который. Удача рыбака — больше редких рыб вы можете встретить. Но пока что-то, ну, пока что вот так вот. Ну и, конечно же, мастерство рыбака, видите, оно максимальное. Чтобы хотя бы вытянуть какую-то рыбеху. Да, вот так вот. Такие вот дела. Требуется навык еще один карман. Ну, когда-нибудь он будет. Когда-нибудь. Ну что ж, хочется есть. Ну что тебе хочется есть, он поешь. Кухонная плита же есть, целая куча всего вкусненького. Вкуснятина. Так, вот здесь вот можно... Я вот эти баночки оставляю, как вы поняли, для стола переработки. Вот еще молоточек есть, кстати. 8 урона. Кстати, им тоже можно, вон, и вот лопат тоже неплохой инструмент, это все у меня тут инструменты. Инструменты тоже нужны. Так, посмотрим. Стол переработки. Вот у меня тут мачетка. Ну, посмотрим, кстати, вот, что у нас прокачалось хорошо. Механика и электроника. В электронике я достаю медные слитки, а в механике стальные слитки. Поэтому вот так вот. Тут у нас все горит, скворчит. Ну, а если вам кому-то понравился ролик, ставьте лайк, всем пока.